Мстислав рыхтуется до фестивалю кермашу працаўнікоў вёскі Дажынкі. Город поширает и обновляет инфраструктуру. Так, у центре Мстислава открылся новый гандлевый дом, который покупники уже назвали мини-супермаркетом. Гандлевая кропка 70-х годов побудовалася после реконструкции, набыла сучасное обсталявание и отповедный выгляд. По форме и по колькости товаров их ассортимент каля 15 тысяч найменяў. Тут представлены не только товары харшовой группы, але и народного споживания. Первые покупники оценили новый гандлевый объект. Был старый магазин, совсем по-другому смотрят. Здесь можно подойти, лучше взять. В общем, культурно сделали, как положено. Обстановку поменяли, удобнее ходить стало. Уже новые цены, смотрю, поставлены. Удобно ориентироваться уже на будущий месяц, когда поменяется.